Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня есть одногруппник, который раньше ко мне подкатывал. Говорил, что ему нравятся мои глаза, моя фигура, постоянно улыбался мне, в целом проявлял знаки симпатии. Но как-то начал при общении со мной перегибать палку и спрашивал личные вещи обо мне в интимном плане. Я его отшил и сказал, что больше не хочу общаться. После этого в университете его отношение изменилось ко мне. Мы сблизились, как друзья, но до того диалога мы вообще не общались. Он начал как будто презирать меня. Я живу в азиатской стране, но сама я русская. Он начал смеяться на меня постоянно. Вчера мы ходили в поход. Все парни помогали девочкам нести их рюкзаки, а мне он сказал, ты русская, вы все сильные, неси сама, я в себя верю. Чтобы ничего, но мне грустно от этой фразы. Я чувствовал себя неловко при всей нашей компании. Но когда мы пошли дальше в опасное путешествие и проходили над обрывом, мне стало страшно. И тогда он не бросил меня, мы шли за руку вместе, потому что мне было страшно. В целом это обижает меня, это ведет к себя как джентльмен, я не могу разобраться, что не так. Меня мучает этот вопрос, и мне больно до слез. Ну смотрите, мне кажется, что больно вам до слез от того, что вы чувствуете себя не такой, как другие. Вот. Возможно, сказывается то, что вы живете в чужой стране и не прошли период адаптации. Возможно, сказывается, в принципе, то, что у вас есть трудности с самооценкой, вот, и вот в целом вас довольно легко задеть. А сказывается, может быть, и то, что вы идеализируете мужчину, то есть вы ожидаете от мужчины, ну, вот как вы говорите, джентльменского поведения, но вся проблема в том, что джентльменского поведения можно ожидать от того, кто может вести себя так. А от того, кто не может вести себя так, особенно с учетом менталитета, я не знаю, в какой стране вы живете, вот, вряд ли этого можно ожидать. Я бы порекомендовал вам изучить психологическую игру догонялки. Или просто вспомнить, как она происходит. То, что вы описываете, это и есть догонялка. Вы отшили мужчину, мужчине стало неприятно, он понял, что так как он изначально хотел он с вами общаться, он не может, поэтому он адаптировался под вас, но его уязвленное самолюбие как бы вот требует вести себя не очень хорошо. Вот, плюс ко всему боится, что вы опять его отошьете. То есть вообще, ну, как бы, когда мы кого-то отшиваем, именно что отшиваем, это очень неприятно. Еще вопрос. С чем связано то, что вы его отшили? Ну, спросил человек какие-то личные вещи. Ну, можно сказать, в принципе, что, слушай, дорогой, извини, не хочу об этом говорить, точка. Нет, вы его почему-то именно отшили. То есть здесь у вас либо тревога, либо страх, либо вот какие-то внутренние конфликты. Соответственно, это все нужно разрешить, и я думаю, что ситуация наладится. Вот. Но для этого вам нужна помощь психолога, поэтому выбирайте на сайте специалиста, начинайте работать. Я думаю, что помочь вам вполне реально. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.